Нет, он в порядке. Мне придется прижечь его рану. Нам нужен алкоголь, бинты, медикаменты. Понял, Рыжая. Дальше. Вы тупые, как кучка камней! Серьезно, почему так долго? Пошли, по улице есть аптека. Я схожу за припасами. Трое из нас позаботятся о нем. Вы должны объединиться и остановить ракету, пока не стало поздно. Прошло уже 3 месяца! Большая часть запасов мутагена Крэнга была потрачена на вторжение Крэнга в город, известный как Нью-Йорк. Что за вторжение Крэнга в город, известный... Я понял. Мы можем отключить систему наведения или еще лучше. А взломать ее и отправить ракету куда-нибудь, где она не причинит вреда. Ты тупая экстрасенсорная мартышка. Известный как Нью-Йорк? Что это? Вы здесь уже 1000 лет, и вы даже не в силах правильно говорить по-английски! Мы нападаем с воздуха, потом высаживаемся вниз и обезвреживаем ракету. Забудь это. Мы нападем с земли. Они даже не поймут, что атака на них напало. Атака с земли слишком рискованна. Крэнг не понимает вопроса, известный как вопрос субглавного Крэнга. Мне следовало бы уничтожить твой жалкий розовый тентликливый зад за не почти что. Думаю, единственный способ, чтобы эта миссия сработала, сделать то и то. Забудь об этом, Рафаэль. Положитесь на могучих мутанималов. Идем, парни. Мы уходим отсюда. А? Вперед, ребята, продолжаем натиск. Я окружен некомпетентностью. Пожеголовый, подожди. Пусть идут майки, они того не стоят. Нам нужен способ попасть к ракете, Донни. Вперед, двигайтесь, живо, схватите их! У меня есть кое-что, что может сработать. Только не это снова. Мы собираемся затопить их? Не за... Ребята, зацените! Наземная атака мутанималов — превосходное прикрытие. Пока Крэнги заняты ими, мы... Совсем. Остановим ракету! Видишь, Лео, нам все же суждено работать вместе. А? Да, да! Почувствуйте силу моего... Представляю вам, черепаши дирижабли. Круто! Что это? Разум! О, даже не думай.